Вот. Ну и поэтому, когда ты лежишь дома, выходной, не знаешь, чем себя занять, не знаешь, что делать, возьми кроссовки, возьми, побеги на улицу, если это, либо возьми кроссовки, форму, иди в спортзал и позанимайся. Будет много новых идей. Ну ты просто устанешь, и ты поймешь, что ты живешь, потому что мы же чувствуем, что мы живем, когда, блин, мы чувствуем, что у нас что-то болит, и нам хочется это исправить. И когда болят мышцы, это значит, что они есть. Если бы ничего не было, оно бы не болело. Я сейчас вот подумал над своей фразой. Не подумайте неправильно. Жизнь не боль. Жизнь — это не боль. Просто... Жизнь — это вообще клевая штука. Просто спорт дает ей какую-то осмысленность. Дает силу тебе, и ты реально становишься намного сильнее. Сильнее, чем ты был вчера. И это, знаете, каждый день небольшой вызов. Сколько ты можешь вес поднять, сколько ты можешь пробежать, сколько ты можешь сделать снова. Это каждый день маленький вызов себе. И делая такие вызовы, совершая их, ты понимаешь, что ты живешь, понимаешь, что ты развиваешься и идешь вперед. Я думаю, это дорогого стоит. По этому поводу у Кейси Нейстат есть отличное видео, называется «Do what you can't». Делай то, что ты не можешь. Вот. Советую всем посмотреть. Оно очень позитивное и очень вдохновляющее. Я оставлю ссылку внизу. Ну а теперь в кофейню. Наша кофейня преображается в Новый год. Сейчас увидим, кто это все делает. Аня? Аня тоже. Смотрите, что она делает. Что ты делаешь? Мусоришь? О, красота какая. Она будет... Вот у нас будет снежинки. Так, что делает Катя? Катя украшает помещение. Мне кажется, все привыкли. Есть специальный носок для подарков. Если вы вдруг захотите принести нам подарок, можете просто положить его сюда. Кофе готовится к Новому году. Смотрите, у нас уже есть елочки. У нас есть клевые штучки. У нас есть вон там вот клевый. Как это называется? Бантик. Бантик на мишуре. Да, бантик с мишурой. А еще у нас есть там носок, потому что подарки просят. Короче, приходите. И здесь. Приходите в кофейню Works Coffee на Пушкина 14. Праздновать Новый год. И за новогоднее настроение. Я только пришел домой, сейчас 13.58, в 4 часа мне надо быть уже в кофейне, чтобы готовиться к дню рождения. У нас сегодня девочка празднует свой день рождения, мы закрываем заведение. И сейчас будем готовиться, осталось меньше 2 часов. Пожелайте мне удачи. Дай-ка за нашим вместе иди сюда. Ребята, смотрите, короче, вот это крутой фотограф, вообще мега крутая. Да, кто у нас еще есть? Так, а с кофейня? Тут у нас день рождения. Катя, познакомьтесь, а это Катя. Она классная. Она очень устала. Сегодня весь день работает, еще день рождения. О-о-о. Так что вот. У меня очень крутая команда.
Приходите в гости. Сегодня прошел отличный день. Утром много-много дел. А вечером мы провели день рождения у прекрасной девочки Лизы. Было очень круто и весело. Я надеюсь, я выложу видео с ее дня рождения. Ну и все посмотрите, как было весело у нас в кофейне. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто работал. Это Юля Таванова, Юля Матавьева, Катя, Аня. Вы очень помогли, очень-очень-очень. Без вас бы не получилось бы так провести этот день рождения. Спасибо большое.